Всем привет, ребята, вы на канале Санишка Играем Вместе, с вами по-прежнему Папа Санишки, и мы продолжаем играть в игру Pet Legend 2, второе хэллоуинское обновление, ребята. И этот ролик будет посвящен тому, что я буду выбивать, буду тратить все свои коины, все свои монетки, все свои доллары на то, чтобы выбить Легу и выбить мифика из второго яйца. Из первого яйца у меня уже все готово. Третье еще не готово у разработчиков. Поэтому, ребята, заваривайте чаек, заваривайте пельмешки, доширак, что вы любите. Поставлю вам приятную музыку. Больше не буду, ребята, вас отвлекать. Специально для вас, ну и, конечно, немножко для себя, я купил тройное открывание. Поэтому думаю, что не так уж долго это будет все открываться, ребята, поэтому подпишитесь на Санишку. И надеюсь, что этот ролик вам понравится. Итак, ребята, начинаю выбивать. Thank you.
Так, ребята, очень быстро закончились у меня денежки, как вы видите. И, к сожалению, чатик у меня пустой, да? То есть, а это значит, что ни легендарки, ни мифики, ребята, мне, к сожалению, не выпали. Но я видел, что мне выпала вот одна мумия. Давайте посмотрим, где тут она. Даже не одна, вот мне две мумии выпали. В принципе, тоже можно их, ребят, наверное, продать. Даже и что-то с них получить. Но, наверное, все-таки немного. Немножечко это не то, на что я рассчитывал. Но повыпадало мне много вот этих меркатов. Посмотрите. Вот. И, в принципе, ребята, и, наверное, и все. Чуть-чуть немножко я приподнялся в 970 у меня. Стало, то есть немножечко 970 этих силы, да, у питомцев. Вот. Будем дальше продолжать. Ребят, будем продолжать дальше. Здесь, как вы видите, вот еще новые питомцы вы можете задонатить. Вот посмотрите. У них очень большие статы тут. Ну, конечно, правда, и стоят они тоже, ребята, достаточно много. Ну, а я, ребята, буду с вами прощаться. Еще раз призываю подписаться на Санишка Играем Вместе, нажать на колокольчик, поставить лайк этому видео, ребята. Ну, вот Санишка превратилась в призрака, и, ребята, прощается с вами. Всем пока!